Батюшки, скучно-то как. И не идет, и не шлет никого. Да кого ж ему прислать-то? Ты знаешь, к нам ходу нет. Так он в прошлом письме обещал, что что-нибудь придумает. Ой, выходи, Анфиса, поскорей замуж. Я бы к тебе переехала жить. Тогда своя воля. А то ведь это... тоска. Да, тоска. Да за кого пойду? Я лучше умру, но не пойду за тех, кого мне братцы сватают. Невежество мне и дома надоело. Ой, знаешь, а мы ведь и сами виноваты. Когда тятенька умер, мы себе много вольности дали. Ой, золотое это было времечко. Есть чем вспомнить. Вас зовут Михаил Дмитриевич? Точно так. Это, собственно, для вас. Что для меня? В таком виде. Покорно вас благодарю. Раиса, пойди сюда. Вы, господин Бальзаминов, извините, но нам нужно поговорить. Посидите здесь на лавочке. Подождите. У меня в
все готово. Докажите, что вы меня любите, если хотите, чтобы мы оба были счастливы сегодня, когда стемнеет и ваши улягутся спать, выходите в сад в переулке сзади вашего сада. Я буду ожидать вас с коляской. Забор вашего сада в одном месте плох. Мы разберем несколько досок, и вы будете на свободе. С нетерпением жду вашего ответа. Если вы сегодня не решитесь, я завтра уезжаю на Кавказ. Целую ваши ручки, весь ваш. Ну, Раиса, я пойду напишу пока ответ, а ты посиди с господином Бальзамином. Ой, подожди, Андрис, подожди, а как же он выйдет отсюда? Ведь никто не видал, как он вошел. Знаешь, его как-нибудь через забор спровожу. Отлично, а теперь я вам снимки пришлю. До свидания, господин Бальзаминов. Я сейчас к вам приду. Вот теперь-то надо в любви объясняться. А я ничего не придумал, никаких слов не прибрал. Эх, голова, что ж ты будешь делать-то? Сваха тогда еще правда говорила, что я дурак. Вот сколько раз просил, чтобы показали, как в любви объясняться. Ни один не показал, все из зависти для себя берегут. Вот идет. Что мы будем делать-то? Очень приятно. А они куда же пошлись? Она пошла ответ писать. А они скоро? Да. Ой, то есть нет. Мы скоро не умеем. Для этого привычка нужна, а мы кроме писем ничего и не пишем. А я теперь еще все скучаюсь. Мы тоже все скучаем. Такая тоска в этом положении. Вы не поверите. Да, вы, может быть, не от того? От того, что все сидим взаперти, да не видим никаких развлечений. А я от другого. А от чего же вы? Я даже по ночам не сплю. Может быть, днем спите? Нет, совсем не от того-с. А чего же-с? От чувств. От каких же это чувств? От любви-с. И кто же эта женщина, которая смогла вас так прельстить собою? Эта женщина... Вы самый есть. Не скажите, я этого никак не ожидала. Давно ли вы в меня влюблены? В четверг после обеда на прошлой неделе. Ах, ну это уж очень скоро. Вот Лукьян Лукьянович на конфиз уже полтора года. Так я могу даже больше. А ежели бежать, вы согласны будете? Ну, нет, подождите, подождите. Лукьян Лукьянович хотят увезти вашу сестрицу, так уж и я, чтоб вместе-с. Хорошо, хорошо, ладно, встаньте. Ну, увидит кто-нибудь. Вон Химка бежит.